Может быть, конечно, я отстала от тенденции России, но у нас появилась вот такая штука в Кендиди, это KFC. В общем, из авокадо тут нам предлагают соус. И вот что-то тут такое. Ну, типа, тут написано, что куриный тако. Надо вытащить. Что-то падает. Вот такой коробочки, значит. Такая вот штука. Сейчас буду пробовать. Какая-то куриная, непонятная. Интересно, в России уже есть такой или нет? Стоит это 23 юаня. Это 230 рублей примерно. Вот так вот это тако выглядит в развернутом виде.